Просто прошу помощи у кого угодно, кто может помочь мне. Я буду восхвалять вас. Мне даже действительно нужна помощь. Я смогу совершить то, что будет на тысячу лет, изменит историю архитектуры, даже историю. Это будет новое чудо света. Прошу, дай мне такую власть и силу. Дай мне таких помощников. А я тоже буду созидать, потому что я создан созидать. Мы сделаем так, чтобы зрение восстанавливали людям врачи. Они глаз сетчатку брали, чтобы контролировать их. Мы сделаем так, чтобы лечили людей простых. Все ради простых людей. Этот город будет для людей. Но и для простых людей мы тоже сделаем, украсим города, как можем. Пожалуйста, слышь меня. The night time, your love is my life time. Я хочу рисовать до самой своей смерти, как Шишкин. Он писал свои картины и умер за этим мольбертом. Я хочу созидать средь бела дня, с утра до ночи, в жару и в ветер, в теплой погоде, умереть во время созидания, упав в стены, где я рисую. Вот о чем молю я. Strawberry blonde, the sunrise. I gonna catch fly Sunday. Strawberry blonde, the sunrise. Papa peel no more. I gonna get my one day. I gonna catch fly Sunday. I just need your attention. I pop a pill, now I'm okay. I can't get my one day. I'm gonna catch flies someday. Strawberry blind in the sunrise. I pop a pill, now I'm okay. Я не буду больше занудой никогда, клянусь. Ни одного негативного, унылого слова ты от меня не услышишь. Я буду только говорить тебе искренние, добрые слова, потому что действительно достойно этого. Чтобы ты была счастлива.
развитие тогда, неужасные отча, неужасные отча, и дай птичные леса, так и развитие тогда. Is my life love. Понимаешь, здесь песня о том, что у человека ничего в жизни нет, кроме любви к этой девушке. У него больше нет никаких интересов, понимаешь? Вот в чем вся беда. Это все пропаганда, на которой мы выросли. И теперь мы страдаем. Не понимаешь, нет? I'm gonna catch fly someday. Слишком гигантские лопасти. Блин, какая-то фигня получается. Сорян, ребят. Что-то не то. Что-то не то пошло. Strawberry blood and sunrise. I'm gonna get what I wanted. Угадайте, что это с первого раза. С первого раза угадайте, что это. Just need your affection. Do drugs in the night time. You love is my lifeline. I'm gonna get right. Catch fly someday, strawberry blonde in the sunrise. Catch fly someday. I'm gonna get what I want. I'm gonna catch fly someday. Teach me a lesson. Who cares me if you're a tender? And I just need your affection. I just need your attention. And I just need your affection. Starlight and
nice guy. You love is my... Она не хочет с nice guy. Она не хочет с хорошим парнем. Уж поверь. У нее есть свои парни, которые не очень-то хорошие. Ты хороший парень. Ты одинок. Так что забей просто на это. Страдаешь. Просто забей. Такая жизнь. Мы живем в таком, в такой стране, в таком, в такой культуре. И все мы страдаем. Где мужчины живут очень мало по статистике. Но скорее всего это может быть либо ложная статистика, либо наоборот. Замалчиваемое. Задумайся над этим. Просто задумайся. Перестаньте издеваться, гнобить друг друга. Будьте вежливыми друг другу. Нас и так затравили, загнобили уже неизвестно как. Давайте прекратим все это. По-человечески будем относиться друг к другу. Не надо драться из-за девушки. Не надо конфликтовать из-за девушки. Избивать кого-то там. Когда она подначивает идти бить других. Вот из-за того, что девушка сказала тебе. Что настоящий мужик, ты должен идти и делать то, что она скажет. Не надо этого. Не нужно этого ничего. Понимаешь? Не понимаешь? Ну ладно. Начертался своего жирасёлого, который говорит, что нужно быть альфачом, доминатором. Молодец. Продолжай в том же духе. Что тебе там сказать? Тебя не переубедить. Смотрите, какой дождь. Вы видели когда-нибудь такое? А? Кто-нибудь видели такое? Нет? Нет? Наверное, видели. I just need your attention without you teach me lesson. Stick with me if you're tender. And I just need your affection. Slow life is a nice girl. Your love is my lifeline. Doing jokes is a nightmare. Господи, я только все порчу.
Если ты хочешь, чтобы твои родители, чтобы твои дети выросли творческими людьми, с нормальными чертами лица, с нормальным ростом, ни капли жира, там, если это девочка будет. Ну, скорее всего, девочка родится. Будет художником, художницей. Если ты любишь заниматься, хочешь заниматься любовью там, или хочешь, если хочешь, ты хоть круглосуточно можно заниматься, не какая-то аномальная фертильность. Эх, а если нет, но, к сожалению, у меня нету достаточно денег, чтобы. То есть тебя государство приучило, что мужчина должен зарабатывать фига денег и давать жене. Ну, так всех нас приучили. К сожалению, у меня денег, конечно, не очень-то много, потому что я нищий художник. Всего лишь чепуха, выразился один комментатор. Добрый. Чепуха. Смешное слово, кстати. Это Эдмопс это слово придумал. Оно такое звучное, прям так. Ты чепуха. Вообще мощно звучит. Наверное, он мопса смотрел. Вот мопса любят. Вот с мопсом, про которого он поет, она бы затусила. Потому что он крутой чел. А ты просто влюбленный мальчик. И все. С тобой не будет она тусить. А может тебе и не нужна она, ты там по кое-каким другим делам. Как же не получилось у меня готики нормально рисовать, как обычно. А папа пил на ямалке. Может, корабль нарисовать? Но я не умею. Я не люблю корабли, на самом деле. А здесь фигово нарисуешь. Потому что здесь with me if you turn down and I just need your affection. Я однажды пришел в кафе к одной знакомой, которой я этот алпразолам под, ну, она попросила поделиться там. Ну, она просто зашла в гости один раз в жизни. Я безотказный дурачок поделился, затем она довел ее до дома, ну то есть до двора, она поблагодарила, все в порядке. Она хорошая девушка, но потом я как-то пришел, помогал маме поливать цветы, пошел гитару еще смотрел себе, а потом я пошел к ней в этот, где она работала. Кафе в этом кафешке в космосе. А, там сидел какой-то парень кучерявый. Меньше, наверное, он меньше меня ростом был, если телосложением, примерно, как я, наверное. Я не знаю. Он увидел меня, улыбнулся, сказал ей,
Ну, скорее всего, он сказал, и вот тебе посетитель. Она увидела меня, сразу пошла назад. И я просто, знаешь, что сделал? Думаешь, я с ноги так влетел на этому парню? Нет. Я пошел просто грустно. И ушел. Пошел рисовать. Первое, что я здесь пошел сделать, как только вышел, я сразу пошел рисовать мелками пейзаж на стене. Пейзаж. Добрый пейзаж. Представляешь? А затем она вроде хотела со мной там, ну, писала мне. А затем она написала мне такую фразу, что не хочет, ну, я говорю, ну, приходи там, не хочет врать, что у меня появился молодой человек. Я написал, окей, ок. Потом я написал, приходите ко мне, будете смотреть. Не я буду смотреть, как Гарик Харламов, а вы будете смотреть, как я. Ну, я не писал про Гарика Харламова, конечно, я не дурак. Это просто шутка дурацкая, идиотская. Короче, они будут. Я хотел, чтобы они посмотрели, как я рисую просто. Я написал, что твой парень не будет меня ревновать, потому что я выгляжу убого, как старик. Может ли парень ревновать к свою молодую девушку, к старику, который выглядит больным, слабым, ничтожным, нищим и убогим? Как этот Евгений Панасенко говорит.